15 августа в Десногорске прошло открытие региональных спортивных соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч». Местом проведения события стала открытая площадка в 4-м микрорайоне. Она же и отвечала еще пока действующим эпидемиологическим ограничениям. Кстати, из-за них открытие соревнований было перенесено с 8 августа, когда отмечается День физкультурника. Но это не помешало поздравить с прошедшим праздником десногорского тренера по баскетболу Евгения Томиловского. Хотел бы вам очень сказать большое спасибо за развитие спорта баскетбола у нас в Десногорске. Он растет у нас, такие площадки прекрасные появляются. И благодаря, я думаю, в частности вам, вы развиваете. Вот сколько молодежи берут с вас пример, и этот мяч вам. Пройдя в значительно меньшем от привычного масштабе, мероприятие «Оранжевый мяч» все же стало праздником баскетбола для любителей этого вида спорта. Борьбу за мяч вели более 200 участников со всей Смоленской области. В соревнованиях приняли участие команды со всей Смоленской области в трех возрастных категориях. Десногорск представляли команды ЦСП «Динамо Росатом», которым удалось занять три призовых места. Среди юношей лучшей стала команда «Динамо», у мужчин успешно выступили команда «4 Амигоса» и команда «СС», которая стала второй, уступив в финале «Смоленской беде».